Избираться будете? Побуду, да. А, будете избираться, понятно. А что вы сделали для района? Вы не слышите, что нет? Я Колесов Игорь Витальевич. Два года. Детский центр. Детский центр какой? Какой? Протяжение. Праздники, праздники. Стадион за 7 месяцев сделал. Что вы? Стадион сделал. Какой, где? По адресу. Курчатовец. Но здесь вопрос. Курчатовец? Да, я снимаю. Ничего, да. Ну почему бы и не сделать? Это некорректно. Почему некорректно? Вы же кандидат. Ну, стадион я сделал. Какой? Курчатовец. А при чем здесь хорошо мне в Дубке? Это говорит о том, что многие люди, которые... А вы, кроме стадиона... Подождите, а вы где работаете? Давайте я начнем. В районе хорошо мне. Работаете? Ну, понятно. Детский центр, ну, притяжение. А, ну все, я поняла. Ну, это высшее возрождение. Высшее возрождение. Ну, понятно, все ваши там... Рассадина тоже. Ролики. Нет, немножко путает, но ничего страшного. Жить можно. Ролики, нейрофитнес, мастер-класс тоже. Сейчас 6... Здрасте. Вон там, Татьяна несколько... Михайловна. Вы слушаете меня? Да, уже очень много. Да, я добрый день. 6 программ «Московское долголетие» запустили. А Мария Ивановна тут сейчас при чем? Конкретно, что хорошего вы сделали для района? Нет, нет, конкретно. Может быть, стройку какую остановили? Может быть, безумный бордюринг остановили, где не надо остановили? Капремонтами помогали людям? Ну, могу сказать, что... Все хорошо, все замечательно, все дети довольны играют. Все пришли, человек недовольный. Да не в этом дело. Я не понимаю. Вы меня же знаете? Ну, знаю я. Мы рядом со школой живете. Ну, и вы рядом. Ну, все же хорошо, дети. Ну, в общем, ребят, вот вы... Амшевская набережная, 60, дорожку сейчас бабушкой проработали. Да, Сандрус. Кандидат? Да, вот рассказывай. Единой России пойдет? Да, конечно. Кто ж тут еще ядрос, только и тусуется. Бессовестные. Сейчас наобещают, а потом сольются. Конечно. Да им сейчас Дегин нарисует и все. Да я не знаю, вообще что они парятся с электронным голосованием. Вообще не понимаю. Да уже отменить пора, да, это делали и все. Выборы уже отменили, либо назначали. Смотрите, вот смотрите. Единственная площадка у нас локальная, да, утвержденная Министерством спорта Российской Федерации для ГТО. Я сейчас только что ее построил. По рекламе. За свои деньги? Смотрите. Не, вы ответите. Подождите. И Курчатовец вы за свои деньги делали. Подождите. Да, за свои деньги. Да не врите. Да, за свои деньги. Не врите. Слушайте, ну у вас позиция, вы всегда чем-то... Вы, вас... Сквер ДК Курчатов? Подождите. Или стадион? ДК, стадион. Это рядом. Ремонт. Я готов вас пригласить, показать. Я ремонт в здании за свои деньги сделал. Я установил... Здание... За три... Да. За, подождите, за 3,5 миллиона установил, сертифицировано. Вот вы услышите. Вы как я что-то начинаю говорить, вы сразу же отворачиваете. Не, я слушаю вас, правда, я как раз площадку ГТО, которая стоит 3,5 миллиона, да, я установил, и сейчас устанавливается, 21 мая открыли, площадку ГТО. Ну, вы можете... Как бы удивляться, не удивляться, я человек дела, понимаете? Не, ну может быть, я же вас не понимаю, знаю. Вы, смотри, тут целая плеяда. Ну, президент Федерации ролики с нуля сделал. Открыл клубную систему, основанную на ценностях. Это вот кандидат. Ценности. Сколько всего рассказывал. Понимаете, в чем дело? Прям даже скучно, не хочу.